Учебно-воспитательный комплекс «Школа-гимназия номер 62» рассчитана на 2360 ученических мест, однако здесь обучаются 3500 детей. В рамках подготовки учреждения новому учебному году здесь проведен локальный ремонт кровли, заменены полы в коридорах на втором и четвертом этажах, а косметический ремонт школы-гимназии на стадии завершения. За летний период проведены ремонтные работы. Первое, что хочется сказать, что попали в титульный список, и в этом году нам сделали полный ремонт кровли, капитальный ремонт кровли вот этого здания. Общая сумма составила 2 миллиона 899 тысяч. Покрасили все коридоры, этажи, столовые, привели в порядок туалетные комнаты для детей и сотрудников школы. В общей сложности в городе Бишкек более 100 общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день ремонтные работы в этих школах завершены на 80%. В данный момент в городе Бишкек 103 школ и 95 детских дошкольных образовательных организаций. И к сентябрю планируется открытие еще одного школы, это будет 104-я школа. В данный момент в 25 школах и 29 дошкольных образовательных организациях, в двух центрах детского творчества, идутся ремонтные работы, капитальный ремонт работы. Это ремонт кровли, ремонт системы отопления, ремонт санузлов, замена окон, ремонт теплотрассы и другие виды работы. Местного бюджета, это бюджет мэрии, выделила 150 миллионов сомов на ремонтные работы. Еще дополнительно, кроме этого, еще выделено 19 миллионов сомов. Это уже дополнительно в 10 образовательных организациях дополнительно будет вести ремонтные работы. Как отметили городские власти, косметический ремонт в общеобразовательных учреждениях столицы полностью будет завершен 20 августа. Айзере Кокматова, Сиязбек Нурмамбетов, Алатау 24.